Любой вид спорта, но только не фигурное катание. Моя первая тренер, она меня забирала из садика и сама вела на тренировку. Представляешь, для ребенка в 16 лет из Тулы приехать просто вот все включено. В Пекине было все для спортсменов. А соревнования было ужасно страшно. У меня не получалось вообще ничего. Вообще, за всю мою спортивную карьеру у меня как бы было 11 операций. Я всегда больше относилась к этому как к работе. У меня вообще была такая привычка первый день не очень проходить соревнования. Наверное, я их там всех с ума свела. Просто, значит, красиво станцуем и уйдем. И я, конечно, очень плохо была готова к Олимпийским играм. То есть я уже на чемпионат мира поехала из больницы. Наверное, Ксюша, твоя карьера закончилась, что надо идти дальше.